наши родные. Ну что, мы в Марселе. Это видео будет посвящено Марселю. Сюда мы пришли на лайнере MSC Seaside. И у нас есть целый день погулять. Сейчас нас шаттл, автобус привез в город. И мы, наверное, пойдем бесцельно пройтись по улочкам, просто смотреть. Наверное, это первая поездка, которая совершенно не подготовилась, не выставляла какие-то себе флажки и планы, чтобы смотреть. Просто будем гулять, и вот как мы его увидим, таким мы его вам и покажем. Ну а сейчас уже видно, что архитектура здания отличаются от вчерашнего. Валенсии, да, Испания. Уже видно, что это не Испания, что это уже другая страна, заметно. Ну и по количеству бездомных, спящих на улочке, на лавочке, тоже видно, что это Франция. Как-то в Испании этого нету. Тепло, октябрь, сегодня 14 октября. Я хочу сказать, что как раз, наверное, вот этот тот самый месяц, когда можно приезжать во Францию, в Испанию именно для городских туров, для походов, пеших маршрутов каких-то для изучения города. Так что берите себе на заметку, не едьте летом, а приезжайте сюда в октябре. По этой стороне у нас порт. Но с нашего лайнера мы на автобусе ехали минут 15-20. Так что тут уже какие-то другие кораблики стоят. Ну что, не будем говорить, а пойдем. Пойдем смотреть и наслаждаться городом. Смотрите, что нам открылось. Красота неземная, но самое ужасное, что я даже не знаю, что это такое. Сейчас будем пытаться туда пройти и узнать, что это.
как граффити, оказывается, нет. Марсель тоже весь расписан. И местами это очень красиво, живописно, прям целые картины. А в некоторых местах это выглядит грязно, пошло и расстраивает, что испорчено здание. Но художник так видит. Женщина сказала, что только вчера его сделала, новая коллекция. Все сделано своими руками. Очень много милых сувениров. Thank you.
Ну вот так вот, праздно шатаясь, мы вышли еще на одну красивую точку. Вот эти ступени с какими-то красивыми статуями. Несчастная пальмочка. В общем, сейчас пойдем туда, проверим, что ж там такое, куда они ведут. Олежка меня ожидает, так что я побежала. Ну вот, ступени, ступени. Очень красивые фонари, стоящие в ряд. Ой, фу, я поднялась по лесенкам. Олег отказался это сделать. Ну что? Это, я так понимаю, здание вокзала. Но самое прекрасное здесь – это вид. Мы уже возвращаемся в сторону порта. И вот по дороге нам такая арка встретилась. Да, марка. Арка Марселя. Подошла к концу наша прогулка по Марселю. Мы уже вернулись в порт. И будем возвращаться на наш красавец-лайнер. Ковчег. Ой, да, как Олег говорит, наш Ноев ковчег. Вот, впечатления неоднозначные. Однозначно я могу сказать, что это не тот город, в котором я хотела бы жить. Но интересно, понравились именно вот те улочки с граффити. Там много магазинчиков, где люди выставляют свои работы, такие как бы местные рукодельцы, да? Вот, центр грязноватый, такое, есть бедное население, которое портит общую картину. Хотелось во Франции больше увидеть людей красивых, одетых, таких француженок, но, увы, это не в Марселе. Вот. Но, как я говорю, нужно обязательно посетить этот город, чтобы составить свое впечатление о Марселе. Так что приезжайте и гуляйте по улочкам Марселя. О, конечно же, я забыла самое главное. Оставайтесь с нами, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал. И смотрите наше следующее видео. Пока-пока!